Всем привет! Совсем недавно в сеть попали параметры долгожданного смартфона от компании Samsung, а именно Galaxy Z Fold 4. Основные фишки его — это экран Super AMOLED на 7,6 дюйма, Snapdragon 8 Plus Gen 1, подэкранная фронтальная камера и основная с датчиками 50, 12 и 12 мегапикселей. Все это, конечно же, хорошо, но сегодня появились данные и о Samsung Galaxy Z Flip 4. Мы получили действительно отличные технические характеристики смартфона. Итак, основные фишки его это отличный AMOLED-экран диагональю 6,7 дюйма, мощный процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1, двойная 12-мегапиксельная камера, аккумуляторная батарея на 3700 мАч, ну и, конечно же, цена. А теперь поподробнее. С вами канал Первый Обзор. Поехали! Минуточку внимания. Я напоминаю, что сейчас на данный момент я полностью перехожу с YouTube в Яндекс.Дзен. Подпишитесь, кому нравится мое творчество, на меня в Яндекс.Дзен. Почему? Потому что там будут выходить ролики регулярно. И там вы будете получать всегда свежие новости. Почему я перехожу на Яндекс.Дзен? Потому что YouTube не платит нам. То есть действительно уже тяжело многим блогерам вести свой YouTube канал. Почему? Потому что нет денег. Вот такие дела. Кому нравится мое творчество, спасибо вам за подписку. Первое, что хочется отметить, новая раскладушка от компании Samsung получит 120-герцовый дисплей AMOLED диагональю 6,7 дюйма с разрешением Full HD+. Для многих людей технология дисплея это, ну, скажем прямо, большой минус. Но стоит отметить, что есть множество плюсов. Основной — это, конечно же, насыщенность цветов. Если вам важно качество изображения, то выбирайте смартфон с AMOLED-экраном. У такого дисплея цвета будут насыщенными и яркими, конечно же, в отличие от IPS. Правда, некоторые производители перебарщивают, делая экран какой-то, ну, чересчур нереалистичный. Но компания Samsung не входит в эти бренды. Внешний экран будет характеризоваться диагональю 2,1 дюйма. А вот сердцем смартфона Samsung Galaxy Z Flip 4 послужит система от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 8 Plus Gen 1. По словам Qualcomm, версия Plus обеспечивает на 10% более высокую производительность процессорных ядер, на 10% более высокую тактовую частоту графики и, главное, потребляет на 15% меньше энергии, обеспечивая почти час дополнительного времени без подзарядки в игровом режиме или в режиме просмотра соцсетей. Samsung Galaxy Z Flip 4 получит 8 гигабайт оперативной памяти. В режиме активной работы энергопотребление смартфона с новой памятью снижается примерно на 10%. В режиме сна дела обстоят еще лучше благодаря новому режиму глубокого сна, который гарантирует, что память потребляет на 40% меньше энергии в режиме ожидания. Своей флеш-памяти будет 128 или 256 гигабайт. Напоминаю, эта модификация добавляет энергонезависимый буфер NAND, нужный для увеличения скорости записи, а также функцию, помогающую переводить накопитель в режим сна. Также накопитель может информировать другие комплектующие о тротлинге, что позволяет системе оптимизировать производительность при перегреве, что, на мой взгляд, является большим плюсом. Аппарат все так же будет оснащен двойной основной камерой с парой датчиков разрешением по 12 мегапикселей. Разрешение фронтальной камеры составит всего 10 мегапикселей. Также, как мы помним, в прошлом поколении аккумулятор был установлен на 3300 мАч. Это было, ну, мягко говоря, мало. Производитель решил исправить это недоразумение. И в новом поколении мы получим емкость значительно больше, а именно
3700 мАч. Так что можно рассчитывать на существенно возросшую автономность. Также смартфон поддерживает 25-ваттную проводную зарядку и беспроводную мощностью 10 Ватт. Смартфон будет работать под управлением операционной системы Android 12 с оболочкой One UI 4.0 из коробки. Новый интерфейс уникален с точки зрения функции прозрачности и конфиденциальности. При включении функции конфиденциальности вы можете легко проверить, когда и где использовалась ваша камера и микрофон. Вы также можете настроить свое устройство, используя палитру цветов, в которую входят ваши любимые цвета. Ну, то есть все продумано, все на высшем уровне. Напоминаю, модель Flip 4 для компании Samsung будет очень важно. Почему, спросите вы? Все просто. Flip 3 является на данный момент самым продаваемым складным смартфоном в мире. Да, есть компания Huawei и так далее, но компания Samsung держит этот рынок. Ну что же, ребята, как вы знаете, компания Samsung всегда удивляет своих фанатов, а также простых пользователей, выпуская все лучше и лучше свои гаджеты. Вот этот Flip или Fold, это, конечно же, серия не для всех. Во-первых, форм-фактор очень и очень посредственный. Не все люди думают купить себе именно такой смартфон. Во-вторых, данные смартфоны все-таки предлагают нам, как сказать, не все самое топовое. Да, мы получили тут AMOLED-экран, мы получили самый новый процессор Snapdragon 8 Gen 1+. Но вы должны понимать, что все-таки аккумуляторная батарея даже в прошлом поколении оставляла желать лучшего. То есть многочисленные мои знакомые, которые купили данный смартфон, жаловались, что ну максимум, вот самый максимум он выдерживал в среднем использовании день. То есть не сутки, а, например, встали вы на работу в 8 часов утра и где-то уже в 7 часов вечера или 8 данный смартфон уже все. Он уже еле-еле дышал и он садился. С чем это связано? Конечно же, потому что в такой форм-фактор нужно поместить очень хорошую аккумуляторную батарею. А чтобы поместить ее туда большой емкости, вам нужно сделать толстый смартфон. Если сделать смартфон, раскладушку толстым, то вообще вы его никуда и никому не продадите. То есть вы должны понимать, что все-таки вид имеет очень большое значение. Да, мы видели недавно смартфон-раскладушку от компании Huawei. Да, это достаточно крутое решение, которое вы можете найти на 2022 год. Но компания Samsung сейчас выпустит Z Flip 4, и эти два смартфона будут основными конкурентами. Посмотрим, кто выиграет в этой битве. Кому понравилось видео, ставь лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока!